Сейчас я предложу вам две различные точки зрения на конфликты. А вы послушайте и для себя решите, какая из них вам ближе. Первое. Конфликт – это всегда плохо. Если возникает конфликт, его надо немедленно решать, а желательно избегать конфликтных ситуаций. Если в семейной паре возникают конфликты, это говорит о том, что люди не подходят друг другу, у них есть несовместимость характеров. Конфликт в организации вводит с низкой производительности и, как правило, говорит нам о том, что в этой организации есть плохо организованное управление. Вторая точка зрения. Конфликты могут возникать даже в успешно управляемой организации, как и в счастливой семье. Иногда некоторые из этих конфликтов могут быть даже полезными. Если конфликт выявляет истинную причину проблем, если помогает высказать различные точки зрения, выпустить накопившиеся негативные эмоции, выпустить пар, такой конфликт может быть полезным. Итак, какая из этих двух точек зрения для вас ближе? Любите ли вы конфликты? Управляете ли вы конфликтами? Умеете ли проходить так, чтобы не потерять силы и не выйти из него совсем разбитым? Длительно продолжающийся конфликт или же даже латентно протекающий, непроявленный, но уже существующий конфликт, потому что существует внутреннее напряжение в человеке, он может приводить до болезней, соматических заболеваний. Ну и, само собой, это фрустрация, апатия, потеря интереса, потеря мотивации к отношениям, к работе. Но если конфликт выявляет истинную причину и причина решается, то он будет к сближению сторон, он будет к близости в отношениях. Будет конфликт созидательным или разрушительным для вас, для вашего здоровья и для вашей жизни, это зависит от кого? От вас. Это зависит от ваших умений управлять собой и влиять на динамику конфликта. Здравствуйте, меня зовут Гузаль Таджибаева, и я сегодня приглашаю вас на вебинар. Вебинар, который состоится уже завтра в 3 часа дня. Вебинар, посвященный конфликтам, где я буду отвечать на ваши вопросы и познакомлю вас с предстоящим тренингом. А тренинг «Управление конфликтом» пройдет уже в близкие вот эти выходные, пятница, суббота и воскресенье, с 3 часов дня до 6 часов вечера. Учитесь управлять собой, учитесь управлять конфликтами. Расширяйте свои знания и записывайтесь на вебинар, здесь под видео есть ссылка. При регистрации вам на почту придет письмо с приглашением. Еще раз говорю, что этот вебинар является той частью предстоящего тренинга, которую мы не можем пропустить. То, что будет на вебинаре, мы не будем повторять на тренинге. Я вас познакомлю с теми практиками, которые будут на тренинге, и насколько широко мы будем отхватывать эту тему. Будьте здоровы, выходите из конфликта здоровыми, сильными, решайте их. Всего доброго!